Осенью 2016 года Любовь Милосердова презентовала книгу «Девять десятилетий города рассказов» в канун юбилея города. Одновременно с этой книгой создавался еще и сборник стихотворений. Пришла очередь презентовать и его. 27 сентября в Большом зале администрации города состоится презентация очередной книги Любови Милосердовой «Сборник стихотворений». Книга о 90-летней истории города рассказов покорила уже многих гостей и жителей города. Поэтому сомневаться в качестве следующей книги Любови Милосердовой не приходится. Презентация состоится в 14:00. Все желающие могут посетить данное мероприятие.